Всем привет и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами приготовим самгак кимбап или онигири, или их еще называют просто рисовый треугольник. Два вида у нас будет, и в основу этих треугольников ляжет тунец. Давайте посмотрим, что нам еще пригодится для этого. Это майонез, кочуджан, тунец, соевый соус, масло и немного сахара. А, и, конечно же, как я чуть не забыла, это рис. У нас уже готов рис, но его нужно подогреть. Мы сегодня обедаем, поэтому там не целый. Доказательство, что ты моешь руки. Если вам не понравится что-то, или вам покажется это мерзким, вы просто берете и выключаете видео. Чисто, как сказала, блин, летучие. Оставь его там. Ну да. Просто сейчас надо начинку готовить. Да. Точно. Как я уже сказала, основным ингредиентом у нас будет тунец. Нужно хорошо вскрыть. Это секрет фирмы «Одуванчик». Выглядит не очень. Выглядит и на запах как кошачья еда. Между прочим, для кошечек тоже делают из тунца все. В тунца мы добавляем майонез. Так, теперь для второго треугольника, который будет с пастой кочуджан, и отделим половину. Этого будет достаточно. Берем рис. А мы смешиваем половину риса с той смесью, которая с пастой. На канале у одной блогерки из Кореи я увидела очень интересный рецепт, мы попробуем повторить. Она обжаривала онигири на масле. На масле и на соевом соусе. Но я бы хотела также немножко придать карамелизации, поэтому я добавлю совсем чуть-чуть сахара. Вы не против? Нужно, чтобы сахар разошелся. Так, еще раз повторю, что сейчас мы будем формировать треугольники. Если кому-то это кажется противным, и он не хочет, и он хочет написать какую-то гадость, просто выключи. Я не знаю, как это делать. Сейчас мы будем пробовать первый раз. Так, сначала, наверное, нужно сделать хлопок. Готовый треугольник кладем на сковородку. Пока этот треугольник у нас обжаривается, и классический треугольник. Принцип тот же самый, только мы должны положить вовнутрь его тунец. Здесь нам оставшийся рис нужно будет поделить на две части. Чтобы его было удобно есть и он не разваливался, я совсем забыла сказать, что у нас есть для этого нори. Возьмем один лист. Эх. В Корее их едят полностью, завернув в лист кима, поэтому Настя сейчас сделает попытку. От японского стиля. В Японии не всегда оборачивают. И на самом деле все готово. Попробуй. Ну что ж, пробуем.
У меня сразу захватился тунец. Я бы еще добавила чуть-чуть соевого соуса. По вкусу, как обычный кимбап из магазина. И попробуем тот, что ноу-хау. Очень вкусно. Остренько, солененько и сладенько. И очень насыщенный вкус. Мне больше нравится второй. А сейчас мы будем кушать их, доедать. И спасибо, что были со мной на этом видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Ставьте большие пальцы вверх, если так. Пишите комментарии. Не судите строго, это были мои первые треугольники. Так что да, увидимся с вами в следующем видео. И пока!